Дорогие друзья, прежде чем начать смотреть видео, не забывай подписаться на канал «Семейные посиделки». И да, не забывай нажимать на колокольчик, тогда ты будешь в курсе всех последних видео. Подписываемся, и рядом появляется серый колокольчик. Нажимай на него и выбирай уведомления «Все». Тогда ты будешь всегда с нами на связи. Пусть все умрут от зависти. Прелесть, прелесть. Какой чудесный день, какой чудесный я. И песенка моя. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Какое все красивое, какое все счастливое. Ой, петуньки расцвели, красота. Дайдалки. Да, мы вас потеряли. Вас... Смотри, кто это такой. Кто это такой толстый? Кто это такой толстый лежит? Такой толстый, такой хороший. Кто это такой? Дорогие друзья, а в этом мы стараемся увидеть наших карпов. Но они что-то, по ходу дела, сдохли. Что? Да ничего они не сдохли, они на дне. Не наступай, пожалуйста, на мои эти. Ой, дорогие девочки, что здесь какие-то заросли кустарников. Вот ничего они не сдохли, они на дне. Па. Мам, ну что такая вода мутная? Прям вообще вода ужасная. Вода мутная, это нормально, она не цветет, главное. Но почему на этом, я на YouTube смотрю ролики, там у них плавают, они в прозрачной воде. А потому что у них, давай купим фильтр за 50 тысяч, и у нас будет прозрачная. Ну так они, мне кажется, у нас не будут, а? Не будут водиться. Будут. Ну а до этого уже была прозрачная. Тут? Да. Ну, потому что она была только на лето. А что? Сейчас вниз. Ну а потом она будет прозрачной, что думаешь? Конечно, не восстанавливается баланс постепенно. Смотри, видишь, от берега она становится. Давай прозрачной. Я этим повожу. Чем? Сову этим, с очком. А что ты что ты выловишь-то ее? Так, девчат, пишите, давайте. Что как нам без фильтра? Я купила сейчас специальные бактерии для пруда, я запустила. Вон, я тебе говорю, вот этот чучундра, там вот сидит курица, и она рыбу ловит лапой. Какая? Я уже видел, вон, видишь, под забором она сидит. Она в тени спрятала. Нет, она рыбу ловит. Я видел, она лапой достает рыбу и клюет ее. Да, конечно. Нет. Ой, девчат, знаешь, что, мам, прикол расскажу? Я нашел канал. Мама дорогая, вы вообще такой канал не видели, наверное. Угу. Канал про что? Канал что? Мам, америкосы что только не додумываются, слышишь? Угу. Канал. Мужик. Я папе показывал. Мужик сделал скворечник. Угу. Поставил. А, ну, там, да? Да, мам, знаешь, как интересно смотреть. И он, прикинь, я вчера так даже переживал, у него видос показывает, как птички в скворечнике эти гнездышки делают, яички вылупляют. Угу. И как на этот скворечник ворона нападала. Прикинь, она в это отверстие скворечника морды совала и пыталась клювом птенцов сожрать. Вообще ужас. Вот, девочки. Погода прекрасная, принцесса. Не наступай на цветы мне, пожалуйста. Господи. Заборчик сделай. Это своими цветами, что? Заборчик. Принцесса была ужасная. Да, заборчик у нее. Фонтан аренду продлевать будете? Будем. Вон фонтан мой работает. Так что тут вода, я тоже видела. Чистая, пить плавает. Можно. Она чистая вода. Ну вот выпей стакан. Зачем я ее буду пить? А ты что, рыбу караулишь, что ли? Что ты сидишь-то тут? Ты кайфуешь? Мне очень нравится. У нас кошка пьет из фонтана. Мама, а что ты себе под голову зонт этот не поставишь? Вообще будешь, знаешь, как... Куда его воткнуть? Сюда воткнуть. Как у меня яблоня. Яблоня, ёшкин-матрёшкин. Как на голову упадет яблоко, идея тебе придет сразу же. Вот посмотри, там рыба. Посмотри. А тут-то они кишат. С той стороны вот, смотри, я всегда смотрю. Корм там плавает или сожрали? Корм? Пожрали. Не, мам, ну тут их видно. Они вон под водорослями прячутся. Ой, вижу, девочки.
Вообще видно. Уплыла. Ничего, и тут скоро, вон уже, скоро дно видно будет. Да ну у нее будет видно. Осветляется. Осветляется. Что у тебя там осветляется? Пруд. Пруд. Я в него постоянно водички. Сапруд. Что там ты доделаешь? А знаешь, почему здесь все так хорошо? Потому что я отсюда черпаю и цветы поливаю. Вот, а я тебе хочу сказать, а я замучилась с него подливать. Мы думали, дырка, не черпай отсюда. Какая дырка? Такая. Дырка. Смотри, опять воды как мало. Я думала, она уходит. Уходит. А, оказывается, Илюш тут черпает. Юль, ну ты что? Мам, давайте я буду звать Юля, как Валены ребята. Угу. Юль, как в Санта-Барбаре. Сиси Кэпфел наш папа будет. Я буду Крус Кастильо. Ольга будет Джина Кэпфел. А ты будешь... кто там в Санта-Барбаре был? Маргарет Тэтчер. Мама, кто это такая? Актриса какая-то? Барбара Стрейзен. Сиси Кэпфел. А что, представляешь, трансляцию мы начинаем, видео. Знаешь, как это? Мам, посиделки видео будем снимать. Я буду Крус Кастильо, Ольга Джина Кэпфел. А, пап, кто там был-то? Ты Сиси Кэпфел? А жена у Сиси Кэпфел кто был? Кто был? Джина Кэпфел нет, та была там такая. Так, чтоб воду мне в пруду не тырил. Ай, женщина. Потому что... Нет, Илюш, серьезно, она отставится, она тёплая. Ты будешь, мам, Иден. Иден. Ты мне не Иден. Иден, а я должен... Постоянно потом этот, холодную воду сюда Сиси иду. Кэпфел, скажите Иден, чтобы она не запрещала мне брать воду. Вон, бочку наливай себе и обсиливайся. Сиси Кэпфел не наливает мне больше бочку. Скажи своему Сиси Кэпфелу, чтобы он мне бочку наливал. Иден. А ты что, сам не можешь налить себе воду? Я забыл, кто я. Кто Илюша. Я? Илюша. Крус Кастильо. Антон. Где они? Всех испугал. Сиси Кэпфел. Сейчас как бульк этот фотоаппарат твой туда. Ну и что? И ты проспонсируешь, ты у нас богатая, а у тебя пенсия миллионы. Ой, на гектарах она, понимаешь ли, живет. Всем купишь нам, ой, девчонки. Ой, всем купит мама. Всех догонит куплю. И всем купит. Всем купит. Ой, а я водички. Сейчас пойду на помойку. Водички наливаешь. Выкину пластиковые бутылки. И принесу пару камней, наверное. Я в садовнике родился, не на шутку. Ну правильно. Рос развела, а муж у нее бедный пашет. Вот вы спрашиваете, рабочий, у нее муж пашет. Вы думаете, она мужа, она эксплуатирует. Вот правильно вы пишете хэштег «Свободу Вити». Он бедный, пашет, упахивается. Ой, девочки, агрессивный какой мужик у нее. Кинул в меня палку. Папа? Я буду жаловаться. Мам, облей его. Пыл сбавь. А ты что не полишь? Вот смотри, какой молодец, Витюшка. Потому что он косить будет там. А он умеет косить? А как же, он, вот поэтому он сказал, Роза, я буду сам косить, чтобы вы их не покосили. Так, ну. А где Сюня, скажи мне? Не знаю, что ты хотел. Нет, ну она потерялась, нет ее. Вот. Мам, тебе надо спину мазать солнцезащитным кремом. Зачем? Чтобы спина была не загорела. Кого тебе включить? Транс-воду. Ты хочешь мне наполнить бочку? Ну наполни еще. Мам, включи, наполни потом мне бочку. Наполни. Пойдем, мартышка. Джина! Блин, что-то я гриба этого напился, меня аж тошнит. Гриба выпил, меня аж тошнит. Говорю, гриба выпил, меня аж тошнит. Кислота прям как уксус. 100 лет у нас там стоял. О, мам, у меня мукбанг. Ем эти. У меня ж мурашки. Туалетной водой напшикался такой вонючий. Меня, я не могу понять, то ли меня от гриба тошнит, то ли от воды.
Напшикался, чтобы комары меня не сожрали. Очень вонючая, боже мой. Арабская. Блин, у меня прям мурашки. Хорошо, да, цветочки уже распускаются у этих, да? Мама, что ты палки навтыкала? Чего мы туда так и ничего не посадили? Я прям сейчас в душ схожу, потому что я не могу понять, от чего меня тошнит. То ли от запахов. Запахи чувствую, это хорошо, да? Ребятушки, девочки, вы знаете, что огурцы можно жарить? Не, я реально пойду помоюсь, мне реально воняет туалетной водой. Ты мой хороший. Бабочки летают, вспоминаю в детстве, как мы прям, блин, с бабочки были, это как фантастика. Как сейчас для людей, для детей айфоны, дроны и как их поп-ит. Она опять нашла говно, и ты опять валялась в говне, манюнь. Сюш, я тебя мыть не буду. Что ты опять нашла? Мне сейчас точно вырвет. Ты где его нашла? Ты рассказывай, ты где нашла? Мы сейчас начнем мыться. Ты идешь мыться, и я иду мыться. Все, мы будем мыться. Находит у меня где-то она какую-нибудь дохлятину и трется об нее. Она и привлекает запахом ее, и вот так она трется об эту какашку. Я говорю, нашла опять говняшку какую-то и обтерлась, мыть пойду. Вон, ухо мокрое, в каком-то говнище у нее. Да, она хочет носиться. Хочет по жопе тебе, по жопе тебе, по жопе тебе. Ну что? По жопе тебе, по жопе тебе, по жопе. Я пойду мыться. Сейчас мыться пойдем. Я еще как в бассейн прыгну. Ты? Да. Бомбочка? Прям сейчас. Хочешь? Как бомбочкой прыгну за мной в бассейн. Я открою купальный сезон. Можно прыгнуть? Можно прыгнуть? Мы как в отеле 5 звезд поели и прыгнем. Ну и сколько? Так, это нормально? Нормально, конечно. Люди в море 17. 22.
Девчоночки, эй, кто со мной пойдет купаться? Мама, сейчас посмотри на меня, как я нырну в отеле 5 звезд. Смотрите. Да. Раз, два, три. А трусы заскочили. Чё? Раз, два, три. Ну что, залазь, мам, тоже. Да сейчас. Сделай контент. Контент? Контент.